Всем привет из Стамбула. Сегодня 5 июня 2016 года. Сегодня находимся здесь в центральной части, где все исторические места. Мы здесь только что прошли Софийский собор, собор Святой Софии, Айя София. Вот здесь Айя Ирина, Ирининский собор. Вот такой он, видно, что он действительно очень старинный. Тут вот розы посажены и колонны перестроены. Не перестроены, так немножко, наверное, только углы отреставрированы. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов Энтомологический про Украину. И надеюсь, сегодняшнее путешествие будет интересным, посетим разные места. Кстати говоря, вот здесь даже ящерицы бегают рядышком, потому что они любят каменистые места. Вот собор, видите, здесь, как у него основание глубокое, явно, что там внизу были такие подвальные помещения. Не так просто все раскопки явно раскопаны. Здесь вообще в парке. Здесь вот большой дальше парк идет, который вдалеке основной народ туда идет. В дворец султана, который там находится, здесь растут огромные платаны или арча. Вот птички шумят, наверное, чайки там где-то сидят на платанах. Такие высокие, да. Ой, видите, шумят. А тут, по-моему, растет еще высокие. Так, продолжаем наше путешествие. Вот вам покажем кусочек храма Святой Ирины. И вход в большой парк султана Ахмеда. Так что следите за каналом, будет интересная история. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Да, это там чайки шумят.